День суда. Я отключаю. Только что травю. Моя сестра еще, короче, зашла. Интересно. Так, это светит. Короче, вы не видите это. Вы помадки светили? Я уже забыла. Короче, такие помады. Вы видите на видео? То я показываю. Короче, просто покажу такие помады. Это не душ, а помада тоже. Короче, так. Я думаю, я снимала в 32-м видео. Такая очень яркая. Сейчас есть. Да, вы думаете, что я сейчас с этим макияжем ходить? Нет, я все буду заныривать. Соберу ус. Тут щелку не видно было. Это все. А! Что? Что? Слышали? Это апельсин и шоколад. Ничего. Помогите. Маска такая, я не знаю. Видите ее? Показываю. И вот. Я ее тоже маленькая. Вообще. Короче. Я вот это понравилась. Книжка. Вот что, это не книжка. Это такая. Смотрите. Как я вам. Моя. И кремочек мой. Слушайте. Любимая, что у меня с лампой? Не то. Что? Что с моей? Красотка. Блин, я еще раскрути. Я ее сняла. Блин, блин, это что? Как телефон снял? Это просто... Я чего не сделала? Я чего не сделала?
Все, короче, поломано. Всем пока. Всем пока. А, короче. Блин. Что, Амиру подарили? Куда? Коробка с машинкой. А Марьянке? Ну, я показала. Мне еще резинки собирать, офигеть. Так. Салфетки мои кубичные. И вы думаете, вот у меня... Сейчас, подождите. Да. Это что, помада не стирается? Это банановый. Такие, короче, хотела купить. Это все нравится. Все мне нравится. Вот какая коробочка. С ним растение. Смотрите, такой, такой подарок носит. Ребята, это вам подарочек. Ничего нету. Я могу что-то сюда что-то записать. И, короче, вот так запихать подарки. Закрыть. Как там закрыть? Короче, закрыть. Знаете. Нет подарки. Переворачиваю. И все. И вот подарок. Какой? Я сейчас хочу бокс собрать, но я его буду водить. Просто. Так. Так, это бокс. Все, бокс. А это не поместится, тогда не лучше. Так, вот такие духи. Вот такие. Вот, красивый бокс. Я это не буду. Ой, тоже. Короче, такой мод. Так, это тоже положено. Бокс я, короче, не буду никому давать. Просто. Тоже не поместится. Ну, ладно, как-то сделаем. Такая помадка. И вот такая помадка. Карандаши не буду запихивать. Так. Так. Я сейчас запихну туда из моих...